25 июля в Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска состоялось награждение благодарственными письмами от главы городского округа город Каспийск Бориса Гонцова за активное участие в различных конференциях, форумах и олимпиадах особо отличившихся студентов. Так, грамоты были вручены студентам юридического факультета Северо-Кавказского филиала Всероссийского университета юстиции Амиру Османову и Рашиду Магомедову, которые стали победителями гранта форума F5 РУДН города Москва. Первый день мы проходили отбор. Этот отбор, он заключался в том, что мы слушали лекции, проходили тестирование. И когда мы, те ребята, которые прошли тестирование, это составляло, где-то осталось нас 100 человек. И эти 100 человек разделились на команды. И у каждой уже команды были, так скажем, был выбор проекта. То есть нам выпал выбор в плане того, что мы должны были разработать валюту Рудена. И тем самым мы должны ее были полностью презентовать. После награждения на базе библиотеки состоялась патриотическая викторина, приуроченная к предстоящему празднику День Конституции Республики Дагестан. В ней приняли участие волонтеры Каспийска, а оценивали знания ребят профессиональное жюри в лице председателя территориальной избирательной комиссии Каспийска Лины Перцевой и адвоката, члена ревизионной комиссии Адвокатской палаты Республики Дагестан Рамиза Агасиева, которые ознакомили присутствующих с основами Конституции. Ну, как председатель территориальной избирательной комиссии города, не могу сказать, что одно из главных прав, которое закреплено в Конституции Республики Дагестан, это право избирать и быть избранным в органы государственной власти, органы местного самоуправления и другие органы. Таким правом пользуются граждане Российской Федерации, граждане Республики Дагестан, достигшие 18-летнего возраста. Для прохождения викторины участников поделили на три команды, где они в течение 5 минут должны были придумать своей команде название и девиз, а после приступить к самим вопросам. По итогам конкурса победителем стала команда «Молодежь Дагестана» в лице волонтеров города. Хотелось бы сказать несколько слов, как дети себя проявили. Молодцы, практически баллы одинаковые у всех команд, хочется сказать. Дети вы проявили очень высокий уровень знаний о Конституции Республики Дагестан, в частности о Республике Дагестан. Знания Республики Дагестан. Всем участникам и победителям были вручены грамоты и ценные подарки. Отметим, что организаторами мероприятия выступили представители Управления культуры Каспийска.